И снова всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Это я и мои карантинные руки без маникюра. Сегодня хочу рассказать и показать вам кое-что интересное, по крайней мере для меня. Вот. Вы знаете, что я люблю коллекционировать всякое, ну, всякое-то, киндеры, подобные серии киндера, вот. А еще я очень люблю коллекционировать тамагочи различные. И сегодня хочу вам показать свою небольшую коллекцию. Начну с вот такого котика, его тоже можно называть тамагочиком. В серии были котик, зайчик и собачка. Это как бы смарт-часы, которые общаются между собой. Хочу еще этот комплект купить или котика, или собачку, и обязательно вам покажу. Это Vitech, а вот такая интересная тема, но на ней зацикливаться не буду. Давайте начнем, наверное, с вот такого тамагочика. Тамагочик рыбка. Тут один персонаж. Это рыбка. А вот. Прикольно. Скажу честно, что я его еще не открывала. Вот, то есть он вот так вот мне достался в оригинальной упаковочке. И если вам будет интересно, то я с удовольствием открою его вместе с вами на видео и покажу, в общем-то, что это и как это. Дальше мне достался вот такой вот тамагочик, тоже в оригинальной упаковочке, но с дефектом экранчика. Дефект экрана произошел из-за того, что этот тамагочик очень долгое время, в общем-то, лежал, ну, как бы неиспользованный. В нем три вида динозавров. Вот. Смотрите, как сзади очень красивый парк юрского периода. И, честно скажу, я его еще не открывала. Есть многие тамагочи, которые, в общем-то, мной еще, скажем так, не были открыты. Также есть вот такой вот у меня диснеевский тамагочик. Вот. Который, в общем-то, тоже открыт мной не был. Вот. Ну, тут есть Микки Маус. Так. Давайте посмотрим дальше, что еще. Есть вот такой вот тамагочик. Если я не ошибаюсь, это американский, и он подсоединяется к определенным консолям, но, к сожалению, у нас в Украине такого нету. Надеюсь, получится достать. Ну, или пойти к брату поприставать, у него по идее что-то подобное есть. Вот. Включала чисто проверить. А вот. И так он у меня и лежит. Так, погнали дальше. Сейчас я вам покажу несколько тамагочиков. Это тамагочики LPS, Little Pet Shop от Hasbro. Так, тут батарейки нету, тут у нас котик, а тут у нас динозаврик и божья коробка. И батарейки у нас есть у динозаврика. И он сейчас куда-то пойдет. Тинекс. Выключается ли звук, я не знаю. Дочка играла с ними недолго. Этот... Что происходит? Не понимаю, что происходит. Такое чувство, как будто там какой-то зайчик бегает. Алло? Опс, наш динозаврик сделал как. Так, давайте попробуем его покормить. Нет, кушать он не хочет. Давайте попробуем его расчесать. А, нет, расчесаться он хочет. Ну, вполне интересная игрушка, и он тухнет сам. А еще раздобыла вот такой вот тамагочик. А вот.
это M&D, вот, он тоже без батареечек, и, в общем-то, я его еще не включала, их несколько в серии, вот. Ну, руки у меня к нему не дошли, я вам потом объясню, почему не дошли. Погнали дальше. В коллекции есть еще вот такие вот, типа как часики, вот. Но как бы они тоже коннектятся, ну, реагируют, и погладить можно. Ну, это дочке подарили. Скажу честно, я в них особо не вникала. Многие, кстати, тамагочики у меня взяты по, скажем так, по принципу тех, которые есть в энциклопедии. Вот есть у меня такой вот GigaPets. Вот, ну, единственное, что я цепочечку сняла. А вот она была повреждена, и я вот планирую сегодня прицепить новую цепочку, он бэушный, вот, двух маленьких батареечек, и у меня, к сожалению, тоже не было еще времени. Ну, как бы я его включила, проверила, посмотрела и положила. Также вот в упаковочке Dina Baby у меня вот такой вот есть в оригинальной упаковочке, а вот. А, по-моему, 97-го или 98-го года игрушка. Вот. Но тоже, скажем так, еще не дошли руки. Этот я не включала, сразу скажу, как есть. Потому что у меня есть еще один Angel Gochi. Вот. Этот я взяла вот сугубо, чтобы он был, скажем так, в родной вот его упаковочке. И мне безумно понравился вот этот цвет. Хотя, если честно, я не в восторге от Angel Gochi. Ну, то есть они красивые, но ничего больше. Следующий на очереди, что я вам хочу показать, это Tamagotchi Mix. Вот, единственное, что здесь типа написано 20-летию Tamagotchi. Но это не юбилейный. Это самый вот обычный. Он сейчас без батареек. Я ним немножко, скажем так, поиграла и выключила. Вот. Но это вот один из моих любимых. Это игры, если честно, тут дурацкие. То есть в некоторых тамагочках игры очень крутые. Прям очень. От них один восторг. А некоторые, если честно, просто жесть. А вот юбилейный тамагочи. Да, где я не играла, но в нем сели батарейки, и пока я не вставила новые, немножко не дошли руки. Вот. Так, мы его сюда поставим. И для разнообразия хочу вам показать вот такой вот, многие, может, вспомнят. Это с Макдональдса, тоже LPS, Little Pet Shop. Вот, тут зайка, а вот... Не удалось его купить вообще, потому что гривен за 50, хотя многие продают их гривен по 200, но я не понимаю, почему такая цена дурацкая. Так, погнали дальше. Есть у меня вот такой вот, Ракураку Кино-кун, вот. Если честно, не помню, сколько тут животных, но, по-моему, или 6, или 8. Еще есть у меня вот такой Динки Дина. Вот. Эти они, в общем-то, очень похожи. Вот. И тут 24 зверюшечки. Вот. Кстати, это был один из первых, которые я купила в коллекцию. Так, давайте вам покажу что-то еще. Так, также у меня есть... Вот такой вот. Это Bandai ID. Вот, беленький. Он бэушный. Я его покупала, к сожалению, в Украине. Купить их очень тяжело. Вот. Поэтому многие приходится, скажем так, караулить на различных аукционах японских. Ну и вот кайдишечки, вот такая вот книжечка.
Можно показать, скажем так, бегленько. То есть это обычная инструкция. Вот, а это инструкция к Tamagotchi Color Plus. Давайте мы вот этот отложим, откладем. Так, и я вам покажу Tamagotchi Color Plus. Вот эта прелесть. Он на самом деле более бирюзового цвета, чем голубого. Потому что я смотрю, что камера немножко иначе передает. Это тоже оригинальный Бандай. Вот. Как бы интересная особенность этого Tamagotchi, да, то есть этих персонажей, что они стареют. В остальных, в общем-то, они, если я не ошибаюсь, стареть не могут. По типу этого Tamagotchi у нас есть еще вот такой вот, это китайский, а вот, ну, видите, внешне они пытались максимально повторить. В общем-то, он вполне неплохой, есть свои особенности у него, вот. Но как игрушка, чтобы потаскать каждый день и не бояться, что с ней снова что-то случится, то вполне неплохо. Также вот покажу вам вот такой вот, это Sanrio. Tamagotchi, вот тоже Бандай, вот, кстати, видите, они с микс и с юбилейным очень похожи, а вот, очень, кстати, интересный, немножко поиграла, но, честно вам скажу, на некоторых Tamagotchi-ках я не зацикливаюсь по причине того, что там просто неинтересные игры. Они очень сильно надоедают просто. Ну, то есть, надо зарабатывать как-то эти монетки, денежки. Вот. А зарабатывать не получается, потому что, ну, просто неинтересно играть.